Не понимаю, как так вышло. Я должен был доставить ее к цикадам и уйти. Но когда проходишь с кем-то полстраны... Она хотела, чтобы я иммунитет что-то значил. Может, я купился на эту идею найти лекарство? А может, просто хотел помочь ей? И мы добрались. Мы нашли цикад. С ее помощью они и правда собирались сделать лекарство. Вот только она бы погибла. Господи! Доктор! Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, сколько жизней мы спасем. Черт возьми, Джоэл. И что же ты? Я ее спас. Пошли, детка. Держу. Держу. Перекрыть выходы! Тебе не уйти. О, черт. Господи. Это... Серьезно. Что ты сказал, Элли? Я сказал, они провели тесты. Я сказал, иммунитет ничего не значит. И она поверила? Она ничего не ответила. Пора возвращаться.
Пойдем. Давай, я их отведу. Ты иди. Точно? Да. Ладно. Касаемо того, о чем мы говорили. Наверное, я поступил бы так же. Обещаю, я никому не расскажу. Увидимся, Томми. Идем. Привет. Элли. Боже. Зачем так пугать? Я стучался, но... Ну? Что? Что такое, Джоэл? Просто зашел. Люди... Знаешь, только все и говорят, какая ты классная. И как здорово ты им... Помогаешь? Хорошо. Ага. Мы с Томми недавно выбирались прокатиться, и он... Он рассказал мне шутку, я хотел рассказать тебе. А, черт, забыл я. А... Что-то про часы. Как же там... Джоэл, уже, ну, поздно, а мне... Вставать через пару часов. Да, я понимаю. Я сейчас оставлю тебя в покое. Только покажу кое-что. Подожди секунду. Что это? Ну, некоторые называют эту штуку бревном. Смешно. Сыграть тебе? Давай. Хорошо. Обещай мне, что не будешь смеяться. Я не буду. Не буду. Я тебе верю. If I ever were to lose you, I surely lose myself. Everything I have found here, I've not found by myself. Try and sometimes you'll succeed. To make this man of me, all my stolen missing parts, I've no need for anymore, 'cause I believe, 'cause I can see. And
Вот так вот. Ну, не так уж и плохо. Ну уж как умею. Она твоя. Нет. Нет, нет, нет. Я же не знаю, как на ней играть. Я же обещал, что научу тебя играть. Обещал. Ну так что, завтра начнем? Ладно. 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 Ты вспомнил ту шутку? Почему от скуки хочется разбить часы? Чтобы убить время. Глупость какая. Ага. Спи, малышка. Стой. Не, просто надо, чтобы мозоли наросли. Угу. Ну все, пошли. Уже? Да. Угу. Я попробую угадать. Ты хочешь испортить себе сюрприз? Не знаю. Это динозавр? Хватит гадать, все равно не скажу. Ладно, это слон? Это кабриолет? Ты не угадаешь. Это щенок? Это семья котят? В смысле, помет? Чей помет? Котят от одной кошки. Тогда почему помет, а не семья? Уж не знаю, но говорят помет. Аккуратней. Я вижу. Ой. Что с тобой не так? Ты бы видела сейчас свое лицо. А если бы я утонула? Так ты не утонешь. Так ты только наберешься уверенности. Ага, старик, смейся надо мной. Ты еще поплачешь. Давай туда. Ты гадкий! Плаваешь ты уже увереннее. Только помни, нужно не болтыхаться, а... Толкать воду всей рукой. Бла-бла-бла. Ну, хоть что-то ты усвоила. Али, пойди сюда, посмотри. Видишь? Видишь? Где? Вон там, смотри. Ага. Вижу. Ага. Похоже на... Как ощущения? Бодренько. Что, не нравится, когда сталкивают в воду? Ну, на самом деле нам все равно придется здесь плыть. Я вернула должок, ты зол и огорчен. Я очень зол и огорчен. Поплыли. Здесь надо поднырнуть. Вдохни поглубже. Ага, поняла.
это мой учитель истории, который извинится за то, что был таким козлом? Прости, что? Он называл цикад террористами. Мы с подругой всегда поднимали шум. Он нас часто наказывал. Попробуй не беситься из-за того, что люди говорят. С козлами тяжело. И тем не менее. Здесь тоже надо нырнуть. Ну и куда это мы? Это что? Новые кеды? Сколько их уже у тебя? Маловато. Давай. Ладно. Нахрен. Хватит угадывать. Отлично. Ну, ты скажи, это большая коллекция комиксов? Нет, стой. Коллекция DVD. Да. Что именно? Просто да. Оптические диски? Хорошая штука. Джоэл, офигеть! Мы пришли. О боже, это все же динозавр! Точно. Джоэл! Сюрприз. Охренеть! Охренеть, это же динозавр! Королевский ящер-тиран. Здоровенный. Что ты делаешь? Элли, осторожней! Я лезу на динозавра! Да, я вижу. Осторожней, а то свалишься с него, разобьешься. Смотри! Я на настоящем динозавре! Не-не-не-не-не! Ты что творишь? Не прыгай! Лучше слезай! Офигенно это, что ты ничего не сломала. А, это было офигенно. Это что? Это книга. Книга про динозавров. Ну да. Ладно. Ух ты! Хочешь примерить? Не хочу. А зря. О, какие когти! Это велоцираптор. Вообще-то это дейноних. По-моему, это велоцирапторы. Ага. Ну, или так их назвали в том фильме, который я видел. Компсогнат. Громкое имя для таких крошек. Да, они нападали стаей. Ты это в фильме видел? Вообще-то да, но в другом. Это была вторая часть. Хуже первой.
мелкая башка. Джоэл, смотри! Это шляпный динозавр. Это шляпозавр. Это что, теперь модно? Господи, только не новая мода. Эй, Джоэл. Элли. И не снимай, понял? Мой день, мои правила. Ого, а у этого мозг был размером с орех. Ну надо же, похоже, у вас немного общего. Как смешно. Трицератопс значит три рога на морде. Да, и от этих рогов лучше было держаться подальше. Трицератопс. Ну, хоть одного я узнал. Диметродон был суперхищником. Что значит суперхищник? Самый крутой хищник. А по росту не скажешь. Стой, ты что, про меня? Галимим значит имитатор курицы. Кто это придумал? Ученые. Ну, и тупицы. Брахиозавр ежедневно съедал 300 кило зелени. Представляешь их какашки? В фильме была сцена, где там один из героев говорит... Какая куча дерьма. Что за фильм? И когда мы его посмотрим? Вот что. Как вернемся в Джексон, посмотрим. Ты часто бывал в музеях? Да, да, Сара их любила. Она протащила меня по всем музеям в Техасе. Похож на жирафа. И правда похож. Вот-то для чего. Ну вот. Ты знал, что это тут есть? Тебе не нравится. Понял, пошли. Ну тебя. Ух ты. Джоэл, ты все планеты можешь назвать? Мама всегда запрещала мне, юному следопыту, узнавать название планет. Ты что, перегрелся? Мама, Меркурий, всегда Венера. Не, Марс. А, ясно. Поняла. Да, прикольно. Эй, Джоэл, угадай, какое животное первым было в космосе? Мне не нужно гадать, обезьяна? Нет, плодовые мушки. Да, в 47-м. На них изучали облучение на больших высотах. И они выжили. Да ты прямо эрудит, крошка. Спасибо. И они превратились в супермух? Что?
Нет. Да. А где у него руль? У луноходов нет руля. Только джойстик. Хм. Погоди. Это тот самый? Учитывая, что те самые остались на Луне, навряд ли. Ого. Так, стоп, одну минуточку. Собралась в космос? Тогда тебе нужен шлем. О, да. Как я могла забыть? Ох, и круто. И чем он пахнет? Космосом и пылью. После вас. Не ударься. Вот это да. Я здесь. Только глянь на все эти кнопки. О, это так круто. Блин. Только представь себе. С днем рождения, детка. Что это? Это вещь, которую было сложно найти. Бери. Закрой глаза. Ты не пожалеешь. Ладно. Я молодец? Ты еще спрашиваешь? Не за что, малышка. Ну что, пойдем дальше осматриваться? Да, наверное.
Элли, с возвращением. Класс. Вон там еще музейные штуки. Я не смотрел, что в том здании. Пойдем. И как ты намереваешься туда пробраться? Господи! Ты всех так достаешь или только меня? Прыгай сюда! Нет! Так, у кого день рождения? Ты перегибаешь палку. Давай бомбочкой! Мы еще не все осмотрели. Джеронимо! Неплохо. Подсади меня. Может, не стоит. Я открою тебе дверь. Давай, раз уж мы сюда пришли. Давай. Ну, вот так. Так, у нас проблема. Тут дверь завалена хламом. Ну, поищи мне другой код, а я обойду здание. Осторожней там! И ты. Тут водятся динозавры! Ох, крепись, дружбан. Темно тут. Черт. Выходи, падла. Дурацкие чучела. Ах!
Вот черт! Элли! Да, я здесь! Это что было? Просто животное. Ну ладно, пойдем. Хочу развести огонь до того, как стемнеет. Пошли. Thank you.